Red team wins. Ура! Да, поздравляем! Победили. Поздравляем, да, команду Эвила, Кваза и Карнейджа с тем, что удалось отжать. Вообще сыграли очень достойно, у всех хорошие. Я не успел посмотреть там у всех прям счет, по-моему, все сыграли или близко, или в плюс. Красавчики. Нет, все хорошо, да, сыграли. Угу. Да, вообще был зрелищный матч, было много как бы таких. Ну, не скажу, что там хайлайты, там, что там раз в жизни что-то происходит, но все играли очень круто, и несмотря на то, что когда мы включали ПОФ, они умирали. На зубы и машины. Превозмогая это, они все равно ставили много красивых хедшотов, делали офигенные закруты и в целом камбэчили. Да, все-таки начали они хуже. Да, мне там задонатили 25 на новую машину и зубы. Спасибо большое. Вообще просто суетолог и хаслмен. Я нашла нам, короче, спонсора, кто будет спонсировать. Папика? Папика нашла. Нет, ну, я не в этом смысле, я про кап говорю, я про кап. Как мы ты планируем... Да. Да? Да? Я говорю про кап в игре Half-Life 2 Deathmatch, понимаешь? А не про... Я тебя понимаю. Inside Info. Эвил после игры пойдет играть в FC24. Ну что, ребят, мы еще посидим, наверное. Потеряли пацана. Некоторое время пообсуждаем вообще, что произошло. Я пока что потираю коврик от вина. Вот, и... Мы все в шоке вообще, что тут произошло. Ну да, да, это действительно был интересный матч. Всем спасибо, ребят, большое за то, что показали красивую игру. Я говорю, в первую очередь имею в виду игроков, во вторую, даже не знаю, нет, в гран-при очередь я имею в виду наших зрителей, которые дружно общались в чате, были остроумными, щедрыми и поддерживали Сики. Нас. Это прям на самом деле неожиданно, потому что раньше, когда мы стримили капы, без двух девушек, с двумя парнями и с одной девушкой, и с одним капом. Это получается две девушки? Нет, девушек, еще раз. Че? Ну, я была одна, а вы там, типа, ты с кем-нибудь был. С мозгом. А, ну да. Короче, это шутка тупая, да. Все, не обращай внимания. Что за... МЖМ, типа, мы поняли, да. Что за альбатрос? Она меня загрузится вообще или нет? Ну, это, кстати, новый красивый уровень, который мы можем показать на стриме. Если он у тебя загрузится, загружается? Да, или тебе сбросить? Да, загрузился. Просто полетай вот в спектаторах, как бы, ну, не за чьим-то повом. Посмотри на уровень детализации. Эту карту сделали американцы. Я так понимаю, что это The New Guy? Hello, The New Guy. If it's you who made this map, I never played it yet, but it's awesome. It's... Like the level of the amount of the details put into here, it's really good. Она напоминает мне чем-то ацтек из этого карты, как этот новый ацтек называется, я забыл в CS 2. Ancient? Как он? Ancient, точно. Ну скажи, что-то есть такое, да? Да. Как будто бы. Звуков ну, вообще, как. Ну хотя нет, это не Ancient, это все-таки какое-то средневековье. Если больше. Если бомжи здесь есть, то go на SF2. Кустик, можешь передать привет маме? Чьей угодно. Просто чисто ворвался. Чему бы и да. А на Твиче не забанят? Ну ты ласково передай, чтоб маме понравилось. Так, давай не надо. А я... Да что? А что такое? Да что ты паришься? Ну, это слушай, ж нормально. Я скину жесткую картинку, ты ее запостишь в Дискорде. Жесткая картинка. О, ребят, все, кто хочет узнать, что за жесткая картинка, присоединяйтесь в Дискорд. Ну, сейчас если я... ты смотришь, если нас там нет, то хотя, конечно, как бы вы узнали вообще, что здесь это все происходит, если вас бы там ни было. Но как бы там ни было, вы имеете ссылочку под рукой, можете прислать своим домашним животным, соседям, коллекторам, продавщицы из пивнухи вашей можете прислать. В общем, ну, поделитесь. Heal thyself, brother. Ну, домашним ну, что? Животным это меня убило, конечно. Ссылку зазвестила пост Валерий Тим. Это ссылка на Дискорд была, у меня просто три звездочки. Фака, поясни. Какие? Не понял, что за три звездочки? Ты сейчас ссылку в чат отправлял на Дискорд?
Да. А можно какого-то модератора мне дать? Да, или как-то, по крайней мере, разрешить ссылки? Потому что как мне еще поделиться? А как домашние животные узнают, что делать? Так, ладно. Как сделать так, что... А, я не могу у тебя сделать модератором. Ну, короче, ты можешь просто прислать ссылку сама, я думаю, что... Да, держи. Но она у тебя и была, по-моему, там уже без того. Не знаю, короче, я просто... Nice stream, пора возвращаться в ДМ. Слушай, сейчас в тренде с нулкором играть, если что, спирит. Так что ты подумай над этим. Рекомендуем. Да, классная тема. Попадаешь вообще, все, здорово. Ну что, начали? Думаю, что... Мы... Все, что должно было быть сказано... Сказано и показано. Ауф. Yes. Мудрость волка сначала. Зумно может быть первым. Всем спасибо, что смотрели, ребят. One love. Да, да. Сильный не тот, кто сильный. Именно. Ауф. Спасибо вам большое за донаты, за поддержку, за прекрасный чат. У нас очень прикольный стрим получился, такой немножко встратенький и как бы не официалочка вроде. Ну, от этого и лампово, мне кажется. Да. Вот это угловатости и шероховатости дают уникального шарма. Да, мне понравилось. Если есть еще возможность такое же устраивать, буду рада присоединиться и постримировать. Всем большое спасибо. Буду тогда выключать. Давай. Она будет не выключать, а считать деньги свои, как Кощей. Сядет вот такая вот над ларцом. Да. И будет... Да. Всё. Спасибо, пацаны. Всем покеда. Пока-пока. Целую в животик всех.